любая правда проходит 3 стадии. Сначала над ней насмехаются, потом ее грубо отвергают и, наконец, принимают как неизбежное. Артур Шопенгауэр. На протяжении истории многие цивилизации задавались вопросом о форме нашей планеты и разрабатывали гипотезы, соотносящиеся с их уровнем знания. Даже сегодня ученые со всего мира ставят под вопрос правдивость о сферичности нашей планеты, потому что все, что представлено сегодня в качестве доказательств, не имеет неопровержимых свидетельств по этой теме. Все, на чем основывается наука сама по себе, это лишь свидетельство, но свидетельства не всегда означают доказательства. Для того, чтобы пролить свет на истинную форму нашей планеты, исследователи из технологического центра Зиккурат объединили свои усилия с учеными в независимом исследовании, которое длилось 7 лет, и было нацелено на поиск научного и определяющего подхода, который мог бы продемонстрировать, является ли наша планета на самом деле круглой или имеет какую-либо другую форму. В 2011 году исследователи из технологического центра Зиккурат поставили перед собой задачу разобраться, какой же формы наша планета. Для этого нужно было тщательно подготовиться и провести множество экспериментов в разных точках нашей планеты. Наряду с этим исследователи обратились к нескольким экспертам для того, чтобы они рассмотрели такую точку зрения, что Земля может не являться шаром. Как известно всему человечеству, Земля имеет сферическую форму. И как картографу и географу мне было очень сложно принять, что Земля не является шаром. В этом все наше знание и все человеческие мысли и действия привязаны к этому знанию. Мы связаны с этой моделью. Это идея, которая полностью противоречит тем концептам, к которым мы привыкли, концептам сферической Земли. Это действительно очень сложно. Я как инженер и человек, имеющий дело с точными науками с самого детства, для нас очень сложно поменять свою точку зрения, особенно в рамках того, что она навязывается нам с самого детства. Изучение данной модели сталкивает нас с серьезными препятствиями, потому что количество технологического и научного знания в этой сфере очень велико и, более того, подтверждается математически. Есть формулы, которые прекрасно работают в авиации, аэронавтике, астронавтике, спутники все время размещаются по этим формулам, и они действительно работают. Вода не покидает Землю, потому что есть какая-то центральная сила, которая тянет ее к центру, гравитация. Это заставляет нас думать, что земная гравитация не является центром. Поэтому я скажу, что это очень шокирующая идея. Итак, когда мы имеем дело с абстрактными вещами из прошлого, есть несколько теорий, которые имеют конкретную парадигму знаний. И для нас все это очень сложно, потому что когда мы разрушаем вот эти вот столпы, основу, что ж тогда останется для человечества?
Когда вы разрушаете этот столб знаний, вы фактически посягаете на фундамент всей науки, который считается основой, правдой. Вы разрушаете устоявшуюся научную парадигму, и это будет на самом деле очень серьезным потрясением для человечества. Я готов быть убежден в том, что все, что я когда-либо знал, больше не имеет никакой ценности. Удан Дир и исследователи центра Зиккурат рассмотрели все возможности по реализации экспериментов и опытов, которые могут дать доказательства и помочь определить реальную форму планеты. Мы провели десятки экспериментов, но в этом фильме представили всего лишь 7, и этого достаточно для того, чтобы определить форму нашей планеты. Мы использовали методологию современной науки для того, чтобы наши результаты были очень точными. Эксперименты. Эксперименты с лодкой и линией горизонта. Большинство наших исследований было проведено на воде, поскольку вода занимает 70% всей планеты. Первый эксперимент был призван определить изгиб горизонта и искривление уровня воды. Давайте проведем главный тест по сферичности. По определению сферичности Земли, в зависимости от расстояния до кораблей и их видимости, будет сделан вывод о каком-либо наклонении и искривлении Земли. Чем ниже влажность воздуха, тем дальше мы можем видеть. И напротив, чем выше влажность воздуха, тем больше искажений возникает в поле нашего зрения. Поэтому место, в котором мы решили проводить исследования, должно отвечать этим требованиям, то есть иметь очень низкую влажность воздуха. Первым местом, которое мы выбрали для своих экспериментов, был Лагоа дос Пасос в Рио-Гранде-до-Сул. А вот мы в Лагоа дос Патос. И вот наша команда, они монтируют телескоп с высокой разрешающей способностью. Телескоп будет следить за двумя лодками, идущими друг за другом. Все это также будет фиксироваться камерами, установленными на побережье. Мы начинаем новую фазу нашего эксперимента и собираемся проплыть около 40 километров по лагуне для того, чтобы показать вам, что на этой протяженности поверхность абсолютно плоская. Это наш сегодняшний план. Наша цель это показать плоскость воды, что само по себе уже ставит под вопрос искривленность нашей планеты, а функции команды, которая находится на берегу, будет заключаться в фиксировании и запечатлении всех деталей эксперимента. Исследователь устанавливает ньютоновский телескоп, специально разработанный для данного эксперимента, с камерой высокого разрешения, которая подсоединена к окуляру данного телескопа. Обе команды используют самое высокотехнологичное оборудование для навигации и позиционирования, чтобы быть убежденными в абсолютной высокой точности всех измерений. Точно такой же эксперимент был проведен и в других местах. Одно из них — это пролив Гибралтара во Франции. Мы находимся на юге Франции, в городке, который находится на побережье, называется Гуд-Лабага. Мы объединили усилия с французскими коллегами-исследователями здесь, во Франции, и попытаемся доказать эту абсурдную, на первый взгляд, теорию. У меня была возможность участвовать в экспериментах, которые проводились в Европе. Будет произведена видеосъемка лодки так далеко от берега, насколько это возможно. Нам было очень интересно затронуть этот спорный, неоднозначный момент и быть частью экспериментов,
которые показывают, что есть что-то, чего наука современная попросту не приемлет. А съемка будет вестись посредством телескопа. Мы также прикрепили к телескопу камеру для подробной записи всего происходящего. Этот же эксперимент был также проведен в Бразилии в Трес Мариас дам ин Минас Джерайс. Другая команда провела точно такой же эксперимент на берегу Сан-Пауло. Мы разделились на две команды. Одна осталась на берегу, а другая выплыла в море на лодке. Мы привезли с собой ньютоновский телескоп и также использовали дальномерную систему. Мы вас записываем, ребята. Вот мы на вас уже наводимся и увеличиваем вас. Эксперимент с телескопом дальнего действия. Другой эксперимент, в котором был задействован телескоп, проводился на озере Титикака в Перу. Мы находимся на острове Амантани, на озере Титикака, в Перу. Наша цель — это кордильера Бланка, которая является границей между Перу и Боливией и находится от нас на расстоянии ровно 110 километров. Если Земля представляет собой сферу, то мы не сможем увидеть цель. На этом расстоянии искривление Земли составит 237 метров, что сопоставимо с 79-этажным зданием. Мы не сможем увидеть цель ни с помощью камеры, ни с помощью своего зрения. Мы никак не сможем увидеть другую сторону, но с помощью телескопа мы можем. Пожалуй, это, наверное, лучшее место в мире, где максимально удобно проводить эксперимент по изучению искривления Земли. Сможет ли команда увидеть с помощью телескопа другой берег озера? Возвращаясь к эксперименту с лодками, исследователи заметили, что через некоторое время сначала из поля зрения пропадает корпус лодки, а потом и полностью вся лодка скрывается за горизонтом. И в конце концов скрывается и мачта, что полностью соотносится с теорией сферической Земли. Когда лодка отплывает на определенное расстояние, мы уже не можем ее наблюдать невооруженным глазом. Но означает ли это, что Земля на самом деле является сферой? Эксперимент с радиоволнами. Другой эксперимент был проведен с помощью радиоволн. Команды были разделены расстоянием 14 километров и находились по разные стороны лагуны. Uh,
Мы использовали радиооборудование, направленные антенны высокой частоты, параболические антенны, которые концентрируют радиоволны, направленные друг на друга из разных точек. Эти антенны могут одновременно принимать и излучать радиосигнал, но любое препятствие между ними будет блокировать коммуникацию. Антенны были максимально точно настроены друг на друга для принятия сигнала. Антенны были расположены на высоте 1 метра над уровнем моря на расстоянии 14 километров друг от друга. На этом расстоянии искривление Земли, сферической Земли, равнялось бы 3,84 метра, примерно как двухэтажный дом, и гарантированно препятствовало бы коммуникации антенн. Смогут ли исследователи установить соединение? Эксперимент с лазерным лучом. Другой эксперимент был проведен для исследования плоскостности воды с помощью лазерного луча. Исследователи выбрали для этого эксперимента лазерный луч, потому что он распространяется линейно и может преодолевать значительное расстояние без значительного снижения мощности. В эксперименте принимали участие две команды, расположенные на разных сторонах. Одна команда выпускала лазерный луч параллельно воде, а другая должна была его принять. В сферической модели Земли это было бы для лазерного луча невозможно пройти такое расстояние, поскольку искривление Земли являлось бы препятствием на его траектории. Однако, если Земля не является сферой, а воды не следуют искривлению, не повторяют искривление, то тогда будет возможным увидеть лазер на другой стороне, поскольку препятствий на его пути не будет никаких. Для большей наглядности эксперимент с лазерным лучом был проведен на значительном расстоянии, десятки километров, потому что чем больше расстояние, тем выше, тем больше искривление Земли в сферической модели между двумя точками. И искривление являлось бы препятствием для распространения лазерного луча. Поскольку у нас были проблемы с мощными лазерами, было принято решение разработать и создать собственное оборудование для эксперимента с намного более высокой мощностью и дальностью работы, чем те, которые можно купить в магазине. Лазер испускал сразу же несколько лучей, которые должны были пройти заданное расстояние и собраться в точке фокуса на другой стороне. Для эксперимента были выбраны две точки на берегу Сан-Паулу, одно на берегу Титуба и другая на берегу Илабелла. Команда начала приготовление к эксперименту днем для того, чтобы провести эксперимент в ночное время. Устройство было установлено на высоте 1 метр над уровнем моря и направлено на команду, которая находилась на другом берегу. Приемник также находился на высоте 1 метра над уровнем моря на расстоянии 15 километров. Ну вот, все готово, пора начинать эксперимент. Так, 43 градуса на юг. Это момент истины. Если свет не будет виден на другом берегу, это будет прекрасным доказательством сферичности Земли. Ниже. Так, давай чуть-чуть ниже. О, вот хорошая позиция. Так, вот, еще чуть-чуть, вот, хорошо. Дойдет ли лазерный луч до другой стороны? И если да, то это поставит под серьезное сомнение теорию сферичной Земли.
Следующим шагом команды будет повторение данного эксперимента на более значительных расстояниях. Для продолжения исследований было выбрано озеро Титикака, расположенное на границе Перу и Боливии. Одна команда располагалась в городе Хули, а другая в Копакабане в Боливии. Озеро Титикака имеет ширину 65 километров и длину 165 километров. Некоторые говорят, что озеро имеет какие-то перепады, но на самом деле оно абсолютно ровное. Если смотреть на расстоянии, скажем, от 30 до 40 километров, оно выглядит абсолютно плоским. Смогут ли исследователи доказать плоскостность озера Титикака, ровность? Мы прибыли на место. Вот в центре дисплея мы видим город Копакабана. Знаете, лично для меня, вот с учетом того, что я вижу здесь, теория плоской воды является очень убедительной. Но, конечно же, нужно больше доказательств, больше результатов. Мы команда номер два. Команда номер один находится в городе Хули, также на побережье озера Титикака. И мы находимся примерно на одном уровне с ними. Команда номер один находится примерно на высоте 2 метра над уровнем моря, в то время как мы примерно 35-40 сантиметров над уровнем воды. Команды находятся на позиции, все оборудование настроено и проверено, и эксперимент готов начаться. Так, мы наводим лазер. Стреляем. Слушай, получилось. Да-да, вот вижу. Правильно, правильно, хорошо. Вот чуть-чуть направо. Так, чуть-чуть налево. Так, вот так. Вот что-то мигает. Виден ли лазер с разных берегов озера, что доказывает плоскость воды? Эксперимент по измерению геодезической кривизны с помощью зданий. Это беспрецедентный эксперимент, разработанный исследователями по геодезической кривизне между зданиями, находящимися на очень большом расстоянии друг от друга с помощью высокоточного GPS. Мы делаем замеры между двумя противоположными точками, располагающимися на определенном расстоянии, для того, чтобы математически доказать, круглая Земля или нет. Вот у нас есть два города, далеко друг от друга. Возьмем два здания. Одно в южном городе, одно в северном. Вот это вот в северном, вот это вот в южном. Что будет, если мы измерим вот это расстояние здесь между фундаментами зданий, если Земля действительно сферичная? Когда мы будем измерять два здания одинаковой высоты, то расстояние между центральными точками фундаментов и центральными точками на крышах этих зданий будет различаться. Для проведения данного эксперимента по изучению геодезической кривизны были выбраны два здания одинаковой высоты, расположенные на одном уровне от моря. Высокоточные GPS-измерения были сделаны на точках фундаментов и крыш, и согласно теории сферической Земли, расстояние между верхними точками зданий должно быть отличаться в большую сторону, хотя бы на несколько метров. Но если эти измерения покажут одинаковое расстояние между фундаментами и крышами, то значит нет никакого искривления Земли. Для того, чтобы достигнуть максимально точных измерений, исследователи привлекли к эксперименту компанию INCRA, одну из самых уважаемых компаний в Бразилии и лучшей в мире в сфере топографии.
Инженеры и техники Института Инкра встретились с исследователями CTZ для того, чтобы обсудить план эксперимента, который покажет или нет сферичность Земли. Теоретически мы увидим, перпендикулярна ли линия, вот эта линия, горизонту между двумя точками. Скорее всего, они находятся в зависимости от этой перпендикулярной линии. И я считаю, что расстояние между верхними точками зданий будет больше. Согласно ожиданиям техников и инженеров Института Инкра, эти расстояния будут отличаться. И если так, то это будет очень серьезным свидетельством в пользу сферичности Земли. Первым зданием было выбрано Торрес Бич в Рио-Гранде-до-Сул. Второе здание располагалось в Наталь, Рио-Гранде-до-Норте, на расстоянии 3050 километров от первого. Такой же высоты и на таком же расстоянии от уровня моря. Это GPS L1-L2 ресивер. С помощью его показаний мы сделаем план основы здания. И от фундамента мы сделаем вертикальные вычисления. Затем мы используем полученные данные для вычисления горизонтальных и вертикальных отклонений. Каким заключением придут исследователи из Инкра в разрезе взглядов на сферичность Земли? Последние эксперименты. Для того, чтобы провести последние эксперименты, исследователи пригласили консультирующих специалистов для того, чтобы они сопровождали их и участвовали в экспериментах. Пауло Цезар Пара, гражданский инженер, геотехник и специалист в построении плотин. Для меня все это очень сложно. Я, как человек, который имеет дело с точными науками, мне тяжело это все принять, особенно в рамках концепций, которые нам прививают с самого детства. Мауро Диас, географ, картограф, специалист в аэрофотосъемке. Всем прекрасно известно, что Земля представляет собой сферу, и мне, как картографу и географу, очень сложно принять такую точку зрения, в которой наша Земля представляет собой не сферу, а что-то иное. В это же время в Минас-Джерай в Бразилии группа исследователей проводит тесты по геодезической кривизне с участием гостей. Мы находимся в резервуаре гидроэлектростанции Трей-Морей. У нас здесь полная команда, и мы собираемся начать верификацию горизонтальности линии воды. У нас здесь много места. Резервуар дает нам 18 километров. Другими словами, можно сказать так. У данной плотины есть определенный уровень, и если измерения GPS совпадут с уровнем данной плотины, значит, никакого искривления не существует. Если же показания не совпадут, это означает то, что у нас есть искривление относительно уровня моря. Вот мы уже установили геодезический GPS, и сейчас один из исследователей поедет в следующую точку для проведения триангуляции. Этот процесс поможет нам определить горизонтальность воды. Первая точка триангуляции находится на высоте 556 метров над уровнем моря. Мы собираемся охватить более трех точек.
Этот прибор — это геодезический GPS. У нас два таких устройства. Один установлен здесь, а другой поедет на другие точки. У нас будет три точки, и мы будем измерять уровень воды на всех трех точках. Погрешность данного прибора на расстоянии от 10 до 20 километров составляет всего лишь несколько сантиметров. Инженер Пауло Цезаре Пара тщательно наблюдает за ходом всего эксперимента. Окей, мы передаем координаты. Сейчас мы находимся в точке Б, 7,5 километров от первой точки. Высота 556 метров над уровнем моря. Каков же будет результат по всем трем точкам, измеренным исследователями? Докажут ли они плоскость воды или сферичность Земли? Эксперимент с лазерным лучом. Исследователи возвращаются в Трес-Мариес, плотину Трес-Мариес, вместе со своими гостями для проведения экспериментов с лучом лазера. Мы находимся на плотине Трей-Морей и пытаемся объяснить увиденное здесь явление. Мы не имеем никакой предубежденности и будем проводить исследования. Мы проведем несколько экспериментов для того, чтобы объяснить существующие переменные. Мы направляемся в точку Б, которая находится на расстоянии 18 километров от точки А. Там находится первая группа. Мы проведем эксперимент на данном расстоянии для того, чтобы выявить искривление Земли. Мы находимся на ночном эксперименте в резервуаре плотины Трей-Морей. Вот лодки, на которых мы приехали. Вот они стоят на берегу. Лазер расположен на берегу, на высоте метра или около того от воды. А где же другой лазер? Он тоже находится в такой же позиции, на расстоянии ровно 1.5 метра от воды. Здесь хорошая погода, нет ветра. Это сокращает испарение воды, которое затрудняет, сокращает видимость. Сегодня прохладно, так что испарение совсем небольшое. Это очень хорошо для нашей работы. Оборудование спозиционировано, эксперимент начинается. Все приготовления сделаны, наступает момент истины. Результаты. Эксперименты с лодкой и линией горизонта. Каким же заключением пришли исследователи после экспериментов с лодками? Исследователи заметили, что по мере удаления лодки она перестает быть видна невооруженным глазом.
Сначала исчезает корпус, а потом через некоторое время и мачта также погружается за линию горизонта, что замечательно соотносится с теорией сферической Земли. Глядя на лодку невооруженным глазом, создается впечатление, что она как бы опускается за линию горизонта. Когда лодка отплывает на определенное расстояние, невооруженным глазом ее увидеть уже невозможно. В какой-то момент мы все сильно расстроились и думали, что наши эксперименты могут провалиться, и в итоге все будет точно так же, как и при взгляде на лодку невооруженным глазом. Но значит ли это, что Земля на самом деле является сферой? После потери визуального контакта настало время обратиться к оптическому оборудованию и узнать, видна ли через него лодка. Если лодка будет видна через оптическое оборудование, это значит, что она не зашла ни за какой горизонт. Ко всеобщему удивлению, лодки никуда не делись и были прекрасно видны в телескоп. Исследователи заметили, что изображения, полученные в результате эксперимента, представляли собой какой-то феномен. Во время экспериментов мы наблюдали оптический эффект, который, как нам сначала показалось, имеет отношение к феномену фата-моргана, эффекту рефракции света в слоях атмосферы. Он очень распространен в пустынях и представляет собой, пожалуй, один из самых известных миражей — эффект фата-моргана. Мы видели формирование изображений, которые фактически являются виртуальными. В некотором смысле они даже нереальны. Изображения и данные, собранные в результате эксперимента, позволили нам установить, что эти феномены имеют определенные закономерности. На некотором расстоянии мы начинали наблюдать ухудшение визуального контакта, которое возрастало по мере удаления. Когда визуальный контакт был полностью потерян, мы обратились за помощью к оптическому оборудованию, в данном случае телескопу. И да, лодка все еще была там. Единственное, что мы заметили, это то, что изображение было перевернуто, как в зеркале. Мы заметили, что истинное изображение начинает исчезать. И мы наблюдали формирование виртуального отраженного изображения. Это происходит потому, что угол падения света на поверхность, в данном случае воду, стремится к нулю. Именно это и является причиной того, почему изображение перевернуто зеркально. Впервые этот феномен был зафиксирован нами в Лагос дос Пасос в Рио-Гранде-до-Суль. Этот эксперимент показал, что каждая его последующая фаза логично дополняет предыдущую. Во время разбора данного эксперимента мы заметили, что оптическое оборудование в значительной степени усиливает феномен. В данном случае использованный нами ньютоновский телескоп с разрешающей способностью в 1000 раз превышающей возможности человеческого глаза позволил увидеть то, что было скрыто от нас. Это также привело к значительному усилению оптического феномена, который наблюдался в ходе данного эксперимента. Углубившись в исследование, мы поняли, что многие эффекты, которые сегодня объясняются свойствами рефракции света, как, например, фата-моргана, на самом деле обусловлены отражением света. Фактически, это процесс отражения света при тех условиях, когда угол падения света стремится к нулю. Мы разработали оптическую теорию, согласно которой эффект фата-моргана может быть рассмотрен с другой точки зрения. Мы назвали это теорией оптики в применении к визуальному феномену. Сделанные заключения позволили нам объяснить 3 феномена, которые известны нам как иллюзии. Почему лодка кажется опускающейся за линию горизонта? Почему сначала исчезает корпус, потом только парус? И почему наблюдатель, который выше ростом, может видеть дальше? Мы пришли к выводу, что лодка на самом деле не опускается за горизонт, а потеря визуального контакта с ней обусловлена лишь свойствами данного оптического феномена.
Данный эксперимент показал, что один из самых главных аргументов сферичной Земли, то, что лодка исчезает за линией горизонта, был полностью дискредитирован. Это первое доказательство плоскостности водных поверхностей. Эксперимент с телескопом дальнего действия. Один из самых впечатляющих экспериментов с телескопом был проведен на озере Титикака, где команда исследователей пыталась получить изображение на расстоянии 110 километров. Место было выбрано с учетом низкой влажности воздуха и времени года, что является определяющим фактором для результатов эксперимента. Сегодня мы разговариваем с лодочником. Он коренной житель острова Удос из цивилизации Аймата. Скажите, возможно ли увидеть другую сторону, или это вообще невозможно? Да, это возможно. Мы привыкли думать, что наше озеро плоское, как стол. А на какое расстояние вы можете видеть, на сколько километров? Я могу видеть на 50 или 60 километров. Обычным взглядом, без бинокля? Да, нормально, без бинокля. С помощью телескопа команда исследователей смогла получить изображение на расстоянии более 100 километров, что, согласно теории сферичной Земли, попросту невозможно. Согласно общепризнанной теории, искривление водной поверхности на таком расстоянии составило бы 237 метров, что сопоставимо с 79-этажным небоскребом. И это является еще одним подтверждением того, что Земля не является никакой сферой. Эксперименты с радиоволнами. А каков же результат эксперимента с радиоволнами? Исследователи используют направленные параболические антенны, и в теории сферической Земли их коммуникация была бы невозможна из-за препятствия, которое генерировало бы кривизна Земли и составляло бы 3,84 метра, что делало бы невозможным получение сигнала данных антенн друг от друга. Мы подсоединились. Вот, есть контакт. Вот, соединение. Отвечает, оборудование отвечает. Вот мы видим здесь соединение, компьютер подключился. У нас есть обратный пинг. Есть контакт. Вот мы видим, можем сканировать сигнал, который мы хотели получить. Соединение установлено. Вот мы и доказали, что даже на таком расстоянии можно получить устойчивое соединение. Значит, на пути следования сигнала не было никаких препятствий, которые помешали бы этому. Эксперимент с радиоволнами был, скажем так, достаточно необычным. Мы установили наши антенны, и устройство сферичной Земли создавало бы значительное препятствие и перекрывало бы полностью практически зону Френеля. Зона Френеля — это условная зона, в которой происходит распространение электромагнитных волн. Однако, если принять во внимание то, что вода является абсолютной плоскостью, у нас было 50% зоны Френеля, доступной для коммуникации. У нас все получилось, и это еще одно доказательство того, что вода является абсолютно плоской, и все это полностью противоречит модели сферичной Земли. Эксперименты с геодезической кривизной в зданиях. А как насчет геодезического эксперимента по измерению кривизны, который был проведен на зданиях? Измерения были проведены на фундаментах и крышах двух зданий. Одно в Таурус Рио-Гранде-до-Сул и другое в Натал Рио-Гранде-до-Норте на расстоянии 3050 километров друг от друга.
Согласно модели сферичной Земли, расстояние между фундаментами этих зданий и их крышами должно отличаться хотя бы на несколько метров. Но если эти измерения будут совпадать, это покажет, что Земля не имеет никакого искривления. Вспомним, что говорил инженер Института Инкра перед экспериментом. Возможно, верхнее расстояние между зданиями будет все-таки больше, чем нижнее, перпендикулярно к фундаменту здания. Я уверен, что оно будет больше. Если рассматривать нашу Землю как шар, то логично предположить, что расстояния между фундаментами и крышами будут различаться. Но после того, как мы получили результаты и все просчитали, мы увидели, что эти расстояния абсолютно идентичны. Так, вот у нас угол раскрытия. Вот здесь считывали данные. Так, вот здесь у нас фундамент здания, высота. Если мы сделаем вычисление на этой плоскости, вот найдем вот это расстояние. Вот на этой плоскости мы всегда можем найти вот это расстояние. Абсолютно одинаковые показания измерений между фундаментами и крышами зданий показывают, что на таком расстоянии нет никакого искривления, и Земля не имеет сферическую форму. Эксперимент по измерению геодезической кривизны на водной поверхности. Во время эксперимента по измерению геодезической кривизны на водной поверхности были сняты показания с трех точек с помощью высокопрецизионного GPS в резервуаре плотины Минас Джерайс, чья протяженность превышает 70 километров. Я нахожусь на первой точке. Высота над уровнем моря здесь 556 метров. Экспериментальные данные, собранные со второй точки, показали тот же результат — 556 метров над уровнем моря. Если данные с третьей точки будут отличаться от первых двух, это будет значить, что вода следует искривлению Земли. Если никакого отличия от первых двух точек не будет, это будет означать только полную плоскостность водной поверхности. Результат удивил исследователей. На третьей точке мы получили точно такие же измерения — 556 метров над уровнем моря. Мы проанализировали данные с оборудования, которое находилось на всех трех точках, и они показывают одно и то же значение — 556 метров над уровнем моря. Это означает, что водная поверхность плотины является собой абсолютную плоскость. Эти данные серьезно противоречат модели сферичной Земли, потому что, согласно этой теории, вода должна следовать изгибу Земли. Но этого не происходит. Три измерения высоты в разных точках плотины дали абсолютно идентичное значение высоты над уровнем моря, и это показывает, что наша Земля не имеет форму сферы. Эксперимент с лазерным лучом. А каков результат экспериментов с лазерным лучом? Увидела ли команда свет на другой стороне? Мы здесь, на ночном эксперименте, на берегу резервуара плотины Трей-Морей. Мы находимся на берегу озера. Лазер установлен также на берегу озера, на высоте около метра от воды. А где же второй лазер? Он находится в аналогичной позиции, на расстоянии ровно 1.5 метра от уровня воды.
Как вы видите, мы пытаемся общаться с помощью двух лазеров на расстоянии 18 километров. Мы успешно провели эксперимент и доказали, что форма Земли представляет собой совершенно не то, что диктует нам официальная наука. Мы находимся на расстоянии 18 километров от другой команды и видим, что нет абсолютно никакого искривления. Это означает, что водная поверхность абсолютно ровная. На расстоянии 18 километров искривление Земли создало бы препятствие высотой 6,3 метра, и наши лазеры, установленные на высоте чуть более метра от уровня воды, никак не могли бы осуществить коммуникацию. Это неоспоримый эксперимент. Нет никакого искривления. Чтобы убедиться в точности измерений, исследователи решили провести еще один удивительный тест. Поскольку команды все еще находились на месте, было принято решение выпустить лазерный луч на расстояние 8 километров, а команда, находящаяся на другом берегу, должна была зафиксировать его с помощью теодолита. На таком расстоянии искривление Земли создало бы препятствие высотой 6,3 метра, что сопоставимо с размером трехэтажного дома. Ты видишь? Да. Ниже. А сейчас видишь? Вижу. Еще ниже. Видишь? Вижу. Вижу. Я вижу. Я уже на уровне воды. Я все еще могу видеть. Запиши углы и координаты. Так, давай теперь вот на этой высоте. Так, вот я вижу, он мерцает в воде. Он прямо на уровне воды. Сколько метров в высоту? Ноль метров. Он мерцает в воде. Это прямо в воде. 10 сантиметров от воды. Окей. Ну все, я записываю координаты и углы. Эй, Уилсон. Во время эксперимента исследователи добавили еще один лазер, не предупредив об этом топографов. Ты видишь свет? Я увидел. Увидел лазер. Он увидел. Увидел лазер. Так, подожди, пропал. Так, ну-ка пониже. Вот так, подожди, Уилсон, подожди минутку. Вот сейчас видел лазер. Ты видел лазер? Нет, сейчас не видел. Во, видел. Так, чуть пониже еще опусти. Сейчас все еще видишь? Я вижу, вижу. Ты все еще видишь свет? Я вижу, вот там лазер, да. Так, отлично, подожди минутку. Рэнди, что тут происходит, чувак? Слушай, все, мы сделали это. Мы сделали. Да, на уровне воды, вот примерно на уровне 2 метров. Мы победили. Все, мы сделали все, что нужно. Можно теперь сворачиваться. Мы за телескопом. Мы использовали прецизионный уровень, оптический уровень, использовали теодолит, который является топографическим оборудованием, позволяющим измерять кривизну, уровень, расстояние. Мы находимся в 18 километрах от другой команды, согласно показаниям GPS. Находимся в местечке Лагоа, в 18 километрах от команды с топографическим оборудованием. Мы выпустили лазерный луч, и топографическое оборудование на другой стороне смогло зафиксировать лазерный луч. То есть источник света, расположенный практически на уровне воды, отлично фиксировался на расстоянии 8 километров от нас. Инженеры были ошеломлены результатами эксперимента. Ну все, можно сворачиваться. Это неопровержимое свидетельство того, что Земля не является сферой, поскольку плоскость воды абсолютна. Эксперимент с лазерным лучом на озере Титикака.
Каковы же результаты экспериментов с лазерным лучом, проведенных на озере Титикака? Вот, смотрите, лазер на холме. Смотрите, вот он на дереве, над нами. Смотрите, вот посмотрите на это. Ты на нас тоже свой лазер наводишь? Мы видим. Видим твой лазер тоже. Слишком высоко. Ой, очень высоко над нами. Вот посмотри туда. Вот ты видел, видел. Вот в этом направлении. Мы сделали это. Вот, вот опять появился. Давай, давай. Вот так, так. Так, оно, оно. Так, вот так остановись. Левее, левее, вот так, так, стоп. Вот, вот свет, вот он светится, я вижу. Вот он там двигается. Вот, я вижу, он освещает все. Мы только что провели первые тесты и увидели лазер другой команды на деревьях, которые вот здесь у нас. Высота деревьев здесь примерно 2-2,5 метра. И мы этим самым начинаем полностью дискредитировать гипотезу сферичной Земли, потому что мы находимся на расстоянии 35 километров на прямой линии от другой команды. Мы находимся на озере, на уровне воды. И согласно теории сферичной Земли, эти 35 километров, которые разделяют нас, создали бы препятствие кривизны высотой 23 метра 98 сантиметров. И визуальная коммуникация была бы попросту невозможна, но вот она только что была. Результаты теста положительные. Мы только что видели лазер другой команды, а они видели наш лазер на расстоянии более 30 километров, так что нет никакого искривления. Абсолютная плоскость. Результаты теста просто потрясающие. В рамках проведения лазерного теста команда 1 увидела команду 2 на расстоянии 35 километров. Это действительно очень необычный эксперимент, потому что на расстоянии 35 километров вода бы взгорбилась на высоту около 24 метров, что исключало бы какую-либо коммуникацию между командами. Но как один лазер мог быть виден на другом берегу на расстоянии 35 километров, если искривление Земли на таком расстоянии составило бы более 24 метров, а лазер был размещен на высоте 2 метра параллельно воде? Озеро Титикака имеет ширину 65 километров и длину 165 километров. Некоторые говорят, что оно имеет какие-то перепады, но оно абсолютно плоское. Это зеркальное озеро. Если вы смотрите на расстояние, скажем, 30-40 километров, оно абсолютно плоское. Это еще одно неопровержимое свидетельство того, что вода на нашей планете абсолютно плоская, и это противоречит общепринятой теории сферичной Земли. Гравитация. В понимании современной науки гравитация — это определяющий фактор, который позволяет содержать все в гармонии на сферической планете. Вода не отрывается от планеты, потому что есть какая-то центральная сила, которая тянет ее к центру Земли — гравитация. Она не существует. Согласно нашим экспериментам, гравитации не существует. Фундаментальные факторы мироздания показывают, что работа от веса никоим образом не соотносится со сферичной формой Земли. Отвесы. Отвес — это инструмент для измерения вертикальности. Это один из важнейших инструментов в гражданском строительстве, позволяющий возводить здания строго вертикально. Мы используем отвес при строительстве стен, то есть стена должна быть идти ровно по отвесу, не должна отклоняться, иначе она может упасть ни влево, ни вправо, ни туда, ни сюда, ровно по отвесу. Использование отвеса — это единственный способ осуществить возведение стены в строго вертикальной привязке. Уровень.
Уровень — это инструмент для измерения наклона, и основное его предназначение — обеспечение горизонтальности плоскости. Он широко используется в гражданском строительстве, в исследованиях, фотографии, в астрономии и в других сферах. Самая популярная модель — это пузырьковая модель уровня. Во время строительства любого дома мы всегда используем и уровень, и отвес, потому что если не использовать, можно все построить криво, это все упадет и разрушится. Эксперимент с сообщающимися сосудами. У нас в руках система сообщающихся сосудов. Она используется для демонстрации поведения уровня жидкости. В какое бы положение мы ни наклонили эту систему, жидкость внутри всегда будет стремиться занять один уровень. Такое поведение жидкости можно наблюдать не только в лаборатории, но также и в полевых условиях, в морях, реках, озерах, прудах. У меня в руках микроскопическая версия того, что мы нашли по всей планете. Равновесная вода. Тот факт, что вода остается плоской как на микро, так и на макро уровне, доказывает, что гравитации не существует. Потому что если бы эта сила существовала, то вода должна была бы повторять все изгибы Земли. Но тогда какая же сила удерживает все в гармонии на несферичной Земле? Ученые из исследовательского центра Дакила и Зиккурат заключили, что существует четыре главные силы, которые действуют вместе и позволяют нам твердо стоять на ногах. Магнетизм, плотность, давление и свет. Исследователи назвали эту комбинацию сил MDPL. Эксперимент с магнитными полями. Среди этих четырех MDPL сил магнетизм, в противовес тому, что под ним понимает наша официальная наука, имеет максимально сильное воздействие на нашу природу, на нашу Землю, и позволяет все содержать в балансе, от атомных связей до магнитного поля Земли. Одним из способов изучения магнетизма является проведение простого эксперимента по трансформации магнитного момента в кинетическую силу в рамках определенного объекта. Данный эксперимент может быть воспроизведен путем простого бросания предметов в воду. Неважно, какой формы объект, волны от него всегда будут концентрическими кругами, потому что они модулируются магнитным полем Земли. Поэтому абсолютно вне зависимости от формы объекта, волны всегда будут представлять собой круги. Это происходит потому, что волны на воде модулируются воздействием магнитного поля Земли. Она не существует. Согласно этим экспериментам, гравитации не существует. Но если смотреть еще глубже, то для того, чтобы доказать сферичность Земли и наделить ее определенной силой, которая удерживает нас всех, животных, здания, людей, особенно воду, на поверхности Земли, и чтобы мы все не улетели в космос из-за вращения нашей планеты, была придумана мистическая сила под названием гравитация. Но эта мистическая сила легко опровергается уровнем и отвесом, потому что поведение жидкости заключается в занятии плоского равновесного положения. Если физическое поведение воды заключается в занятии равновесного положения, то как она может располагаться на круглой сфере и не улетать в космос? Это очень противоречивые вещи. И даже более того, для того, чтобы привести в соответствие со сферичной формой Земли времена года, они повернули наш земной шар на 23 градуса. Невозможно повернуть шар, сферу. Невозможно. Давайте подумаем, как же можно повернуть шар, сферу, но так, чтобы это абсолютно не повлияло на воду. Но есть еще и воображаемая ось.
Воображаемая ось, даже если бы это была физическая ось, могла бы быть наклонена, но не сама сфера была бы наклонена. Невозможно наклонить саму сферу. Возможно, может быть, наклонить только ось, но не саму сферу. Воображаемую ось — это все иллюзия. Если она воображаемая, значит, это иллюзия. Это серьезная неувязка. Они создали эту несуществующую ось только для того, чтобы уравновесить времена года в модели глобуса. Это невозможно. То, где мы живем, это точно не сфера. Потому что поведение воды никак не соотносится с теорией сферичной Земли. И это очень легко доказывается с помощью отвеса и уровня. Мертвая теория. Если не сфера, то какова же форма Земли? На что же похожа Земля? Ясно, что Земля абсолютно плоская, но какая же у нее форма? Какова форма этой плоскости? Квадрат? Круг? Когда мы смотрим на Землю с высоты, у нас создается ощущение, что мы смотрим на плоскость. Древние исследователи в составлении своих гипотез и предположений могли использовать только свои глаза. Ученые мужи древности придерживались теории квадратной, треугольной и геоидной формы Земли. Позже другие ученые выбрали наиболее удобную для себя форму Земли, геоид, сферу. Воткнули две палки на расстоянии 800 километров друг от друга. Но они не брали в расчет ни высоту, у них не было ни GPS, ничего, никаких приборов. Поэтому совершенно непонятно, каким образом данная теория может рассматриваться сегодня в рамках имеющихся у нас приборов, технологий, проведенных экспериментов. Все проведенные нами эксперименты подтверждают, что Земля не является шаром. Это просто невозможно. Но как же нам тогда определить, какую форму на самом деле имеет Земля? Исследователи из центра CTZ собрали информацию по движению Солнца, Луны и звезд в разных частях нашей планеты. В рамках данного исследования камеры, установленные в разных местах планеты, записывали все происходящее и днем, и ночью. Мы нашли несколько нестыковок в траекториях движения Солнца. Одно из наиболее значительных отличий было между Австралией и Аргентиной, которые находятся в одном тропическом поясе. В то время как в Аргентине Солнце двигается в диапазоне 180 градусов, в Австралии оно двигается в диапазоне 270 градусов, что совершенно невозможно в рамках рассмотрения этого с точки зрения сферической Земли. Интересная таймлапс-съемка была произведена и на Канарских островах, и она показала совершенно несовместимое с теорией сферичной Земли движение звезд по небосводу. Такое движение можно было бы наблюдать только на полюсах Земли, но, конечно же, Канарские острова — это не полюс. Нам совершенно непонятно, почему сегодня, с учетом сегодняшних современных технологий и количеством несостыковок в модели сферической Земли, ни один ученый, ни один астроном, ни одно космическое агентство не хочет замечать этих несостыковок. Рассогласование траектории движения Солнца и звезд, записанное в результате наших экспериментов, в привязке к существующей карте, позволило нам смоделировать новую карту континентов Земли. В нашей карте размеры и расположение материков совершенно отличаются от традиционной карты. В центре находится Северный полюс, а материки располагаются вокруг него. Эта новая модель получила название Terra Convexa. Выпуклая Земля. Мы так назвали нашу модель, потому что все континенты имеют выпуклый рельеф, начиная от уровня моря, поднимаются до самой высшей точки и опускаются обратно на уровень моря. Согласно альтиметрическому анализу, все континенты Земли имеют выпуклости в рельефе. Согласно проведенным исследованиям, выпуклая Земля имеет такое направление магнитных линий, в котором они концентрируются приблизительно в центре нашей планеты. В магнитном поле такой топологии в любом месте планеты компас всегда будет указывать на Северный полюс, в то время как Южный полюс фактически представляет из себя внешнюю границу.
Магнитное поле также ответственно за формирование нашей атмосферы, которая является собой плоскую выпуклую линзу. В этой связи наша атмосфера, состоящая из нескольких газов и воды в газообразном состоянии, приобретает свойства огромной линзы с высоким уровнем рефракции. Именно ей мы обязаны сменой дня и ночи. В следующем эксперименте мы попробуем показать смену дня и ночи. Мы использовали плоскую выпуклую линзу, модель континентов и внешний источник света, симулирующий Солнце. Мы можем наблюдать смену дня и ночи в соответствующих им временных зонах. В наших исследованиях нам очень помогли данные, которые мы получили с собственной астрономической обсерватории, расположенной в технологическом центре Сигурат. Это помогло исследователям установить, что форма Земли — это не сфера и не геоид, а выпуклые континенты и плоские водные пространства. В этой концепции Земля представляет собой огромный бесформенный астероид, летящий в космосе и окруженный высоким ледяным барьером по всему своему периметру. А как же спутники? А как же спутники летают над выпуклой Землей? Основной силой, удерживающей спутники на орбите Земли, является магнитное поле. Есть два типа спутников — орбитальные и геостационарные. Геостационарные спутники, по всей видимости, висят над одной точкой планеты. Я говорю «по всей видимости», потому что периодически их орбиту нужно корректировать. Орбитальные же спутники кружат над нашей планетой. У них разные траектории и высоты в зависимости от назначения. А что насчет фотографий из космоса? Почему на фотографиях, снятых из космоса, присутствует кривизна? Мы запустили несколько атмосферных зондов и заметили, что по мере набора высоты изображения, снятые зондом, начинают приобретать искривление. Это происходит в высоких слоях атмосферы, над стратосферой, если быть точнее. На высоте полета самолета этого искривления заметить невозможно. Мы заметили, что данный эффект проявляется не из-за предполагаемой кривизны Земли, а в силу двух других факторов. Во-первых, из-за большой, плоской, выпуклой линзы нашей атмосферы. Вторая возможная причина — это теория искривления света, разработанная Альбертом Эйнштейном и экспериментально доказанная в 1919 году. Согласно теории Эйнштейна, объекты с большой массой создают вокруг себя искривление пространства-времени и тем самым могут влиять на траекторию луча, попавшего в это взаимодействие. Это явление имеет название «гравитационная линза». Этот физический закон работает как в микро, так и в макроприложениях. Существование гравитационных линз было доказано через астрономические наблюдения тел большой массы. Мы пришли к выводу, что искривление света в верхних слоях атмосферы может быть вызвано массой самой нашей планеты под воздействием ее магнитного поля. В нашей лаборатории мы постарались воссоздать условия, которые имеются в верхних слоях атмосферы, и нам удалось добиться отклонения света на 0,022 градуса. Это также может быть доказано и с помощью компьютерной симуляции. Этот закон также распространяется и на Луну, и на другие планеты нашей Солнечной системы. По всей видимости, они являются круглыми телами, но наверняка об их форме судить очень сложно, потому что реальность не всегда такова, какой кажется на первый взгляд. Для более наглядного восприятия нашей теории, исследователи построили масштабные модели как круглой Земли, так и разработанные нами модели выпуклой Земли. Мы построили масштабную модель для того, чтобы вам было проще понимать нашу теорию.
Такая визуализация намного лучше отражает то, чем на самом деле является наша Земля. После всех исследований, после всех опытов, которые были произведены нами, мы пришли к такому формату нашей Земли. С самого детства нас убеждают, что Земля представляет собой такой вот круглый шарик. Но что, если я скажу вам, что даже сегодня до сих пор не существует ни одной достоверной фотографии нашей планеты? Ни у одного космического агентства, ни у одного института смежной тематики до сих пор нет технических возможностей для того, чтобы предоставить нам полноценную, достоверную фотографию нашей планеты. Этих фотографий попросту не существует. Ну а как же они делают все эти замечательные фотографии, которые мы видим в интернете? Плакаты, фильмы? Все очень просто. Берутся обычные фотографии, прогоняются через компьютер и посредством определенных манипуляций доводятся до того формата, который мы знаем сегодня. Поэтому все фотографии голубой планеты, которую мы видим сегодня, это не более чем пропаганда, с которой мы сталкиваемся и во многих других сферах своей жизни. Поэтому все вычисления, измерения по этой модели не являются правдой. Вот настоящая модель нашего мира. Выпуклая на континентах и плоская на водных пространствах. Меня наняли построить модель земного шара и модель выпуклой Земли. Я никогда не думал, что Земля может иметь другую форму. Я всегда верил, что Земля — это шар, красивый и голубой. После завершения строительства я осознал всю важность того, что невозможно жить на планете, на которой не работает отвес или уровень. Сейчас я согласен с теорией выпуклой Земли. Манипуляции подвергаются не только изображения нашей Земли, но и форма и размеры континентов. Они очень отличаются от того, что мы привыкли видеть на картах мира. Например, такие страны, как Бразилия или Россия, сильно преувеличены, и это объясняет многие просчеты, возникающие в определении демаркационных границ. Как мы пришли к такому заключению? Мы приняли во внимание все цифровые данные, полученные в экспериментах, все измерения, все меридианы, все побережья и нанесли все это на бумагу. Внимательно рассмотрев все данные, мы поняли, что изображения всех континентов без исключения очень сильно искажены. Так, например, Россия и Бразилия значительно преувеличены в размерах, в то время как Соединенные Штаты значительно уменьшены. Новый континент. Во время исследований у нас возникло серьезное подозрение по поводу того, что за ледяным барьером существует еще один континент. Континент находится далеко за границей нашего мира, и мы назвали его Великий Север. От нас в Южной Америке это на север, поэтому мы назвали его Великий Север. При помощи офицеров ВВС и ВМФ мы смогли отследить логистические цепочки по направлению к Великому Северу, по направлению к Сибири, по направлению к России. Было несколько факторов, которые натолкнули нас на мысль о том, что есть еще один континент. После запуска нескольких атмосферных зондов, на которых были установлены камеры и другое оборудование, мы смогли обнаружить скрытую массу, которая не была отображена на картах. Обнаруженный объект не являлся частью ни одной из карт. А после анализа снимков, полученных с атмосферных зондов, мы пришли к выводу, что видим часть другого континента, расположенного за огромной стеной льда. После этого мы снарядили экспедицию, которая смогла добраться так далеко, насколько это позволяли человеческие возможности и возможности снаряженного судна.
Мы собрали множество образцов пыли, пыльцы и других свидетельств, которые полностью подтвердили наши ожидания по поводу того, что там находится другой континент. Мы абсолютно уверены в том, что там находится новый континент за огромной стеной льда, препятствующей проникновению туда. Исследования продолжаются, и хотя мы еще не смогли пока туда высадиться и наблюдали все только с расстояния, но мы намереваемся проникнуть туда в самое ближайшее время. Солнечная система. Исследования, проведенные центром CTZ в отношении Солнца, Луны и звезд, дали ответы на многие вопросы по форме и размеру континентов нашей планеты, но вместе с тем породили еще больше вопросов. Определение реальной формы нашей Земли было непростой задачей, но уже на этапе исследования мы поняли, что еще большие трудности ждут нас впереди. Множество аномалий было замечено в поведении Солнца, траектория, закаты, рассветы. Мы разместили экспериментальное оборудование в нескольких странах, в разных точках нашей планеты. Все это оборудование записывало разные явления и аномалии, которые заставили нас серьезно задуматься. Мы серьезно задумались о траектории Солнца и обо всем, что мы знаем о небесном светиле. Его размер, его расстояние до Земли не соответствует тому, что мы знали раньше. Это никак не соотносится с той реальностью, которую мы знали. Совершенно аномальная траектория, совершенно другая. У нас есть серьезное основание полагать, что Солнце не является звездой в том смысле, в котором мы привыкли его представлять. И, судя по всему, оно намного ближе к Земле, чем мы привыкли думать. Более того, его траектория совершенно другая. В нескольких странах, на нескольких континентах, в нескольких точках мы заметили, что траектория Солнца совершенно не соотносится с реальностью. Например, в Австралии Солнце встает и садится примерно в одном и том же месте, в то время как в Антарктике все совершенно иначе. В некоторые месяцы года оно просто стоит на месте и практически не двигается ни туда, ни сюда. Наблюдая аномальные явления по всему миру, мы пришли к выводу, что Солнечная система представляет собой совершенно не то, чем мы ее считаем. Может быть, ее даже не существует. Через наблюдение за Солнцем мы заметили также, что и Луна ведет себя достаточно странным образом. Траектория Луны очень походит на траекторию Солнца. Размер Луны также очень нерегулярен. В отношении Луны мы заметили, что ее размер очень сильно меняется, либо же меняется расстояние в течение 28-дневного цикла. В некоторые дни она ближе, в другие — дальше. Это может быть обусловлено только эллиптическим движением в рамках совершенно другого космического пространства. Наблюдения за аномалиями Солнца, Луны и звезд позволили нам сделать вывод о том, что наша Земля не крутится. Нет никакого вращательного движения. Мы допускаем небольшие колебания, небольшие наклонения, но совершенно точно, что Земля не крутится. Она неподвижна. Тайна, окутывающая Солнце, настолько велика, что мы решили продолжить исследование в данном направлении. Мы будем продолжать наши опыты, потому что в интересах всего человечества разгадать загадки, касающиеся нашей звезды. Что меняется? Что изменится в нашей жизни? Знание об истинной форме Земли изменит все в нашем мире. В первую очередь, в академическом секторе школы должны будут переписать все свои учебные планы по географии, астрономии, математике, физике, по всем предметам. Изменится все, что мы знали, особенно в привязке к сферической форме Земли. Картография, навигация, экономика, военные стратегии, метеорология, климатические изыскания. Изменения затронут все сферы нашей жизни.
Все, что мы знали, это ошибка. Новая реальность приносит свет новых знаний, новое видение мира, новое восприятие всего, что мы когда-либо знали. Грядет изменение, которое затронет каждую жизнь. Культурные ценности, восприятие знания, новые столпы знания. Это будет глобальная трансформация для каждого человека без исключения. И, конечно же, это будет изменение к лучшему. Но самое главное — это правда. Именно поиск правды подтолкнул нас на все эти эксперименты и исследования, желание знать, жажда знания. Заключение. А что скажут эксперты? Пауло Пара и Мауро Диас, которые сопровождали эксперименты. Во всех своих работах я отталкивался от того факта, что Земля представляет собой сферу. Все мои коллеги и вообще вся картография основывается на сферичности Земли. Проблема аргументирована. Я проработал столько лет в старой парадигме знаний, но я готов принять новую веру. Новые переменные были объяснены. Но пока у меня не было этого объяснения, я относился ко всему этому с очень большим сомнением. Мучился, даже никак не мог уснуть, все время думал об этом. Но в рамках поездки сюда, на плотину Трей-Морей, мы провели очень важные эксперименты. Это прострел лазером на расстояние примерно 18 километров. И такие тесты проводятся и в картографии тоже. Концепция сферичной Земли не позволяет нам увидеть лазер на расстоянии более чем 10 километров. Мы засвидетельствовали успешное проведение этого эксперимента, который был проведен ночью. Лазерный луч испускался параллельно водной глади. Тест был проведен безупречно, а его результаты были удовлетворительны. Мы приложили немало усилий и использовали все преимущества современных технологий для того, чтобы провести этот эксперимент. Мы привезли лазеры, привезли теодолиты, использовали рации. Я провозглашаю основную часть эксперимента завершенной и считаю, что это момент триумфа для всех нас. В завершение я хочу сказать, что, конечно же, будет серьезное противостояние и сомнения среди инженеров и техников, но мы постараемся убедить их всех, чтобы они провели собственные исследования. Я думаю, это будет очень серьезный сдвиг парадигмы в науке об изучении Земли. Я инженер и во всех своих работах и исследованиях всегда опирался на сферическую форму Земли. Конечно же, у меня было предвзятое мнение. Но после того, как мы начали и с успехом провели эти эксперименты, я избавился от всех предрассудков в своей голове. Попытался представить себя так, как будто бы у меня не было никаких знаний о форме Земли, и разобраться с чистого листа, круглая она или нет. Совершенно ясно, вне всяких сомнений, что Земля в области озер совершенно плоская. Нет ни малейшего перепада высоты. Я прекрасно понимаю, что даже для вас это было непростым шагом согласиться обсуждать это все здесь. Многие профессионалы своего дела отказались от интервью, боясь навредить своей карьере. Побоялись обсудить теорию, которая уже 2000 лет и которая никогда не была доказана на практике. В отношении сферичной Земли и в рамках рассмотрения этой теории через призму точных наук, какие бы вы могли дать советы исследователям и людям, которые занимают то же кресло, что и вы? Самое главное — это избавиться от предрассудков, потому что если мы научимся правильно управляться с тремя силами — магнетизмом, плотностью и давлением — мы можем извлечь из этого огромную технологическую выгоду, разработать новые концепты транспорта, новые источники энергии. Главное все это осознать, глубоко проникнуться этой теорией,
Тогда мы сможем сделать значительный прорыв в технологиях. Я понял одну вещь. Самое главное — это избавиться от предубежденности, тогда мы сможем легко обсуждать любые темы, даже если они кажутся абсурдными. Поначалу и у меня была такая проблема. Я потратил целый месяц, думая об этом. Мы подходим к концу нашего отчета. Вся эта информация будет заархивирована и будет доступна через интернет. Любой сможет повторить наши тесты. Мы поделимся с вами списком всех устройств, всех использованных технологий, всеми координатами. Мы здесь, на плотине Треймарей в Минаджерайс, и это все будет доступно любому желающему. Каждый сможет повторить любой из наших тестов. Мы искренне надеемся, что наш вклад в науку позволит дать ответы на вопросы людям, государствам, военно-воздушным силам не только Бразилии, но и всех остальных стран тоже. Для того, чтобы все люди могли рассмотреть точку зрения, отличную от той, которая доминирует у нас уже 2000 лет. И я искренне надеюсь, что вы сделаете собственные выводы.